Производственная конференция. В Стокгольме, столице Швеции, была проведена конференция Bitcoin Blockchain в сентябре. Как пишет Bitcoin Garden, в конференции приняли участие многие политики, инвесторы, разработчики, энтузиасты блокчейн и деривативов из 13 стран. И более 350 участников присоединились к этому мероприятию. Основными темами конференции были Bitcoin и блокчейн, майнинг, распределенные технологии Grossbuch, инвестирование в криптовалюту, кибербезопасность, ICO и так далее. Также Маттиас Сундин, член парламента Швеции, рассказал о вопросах, связанных с блокчейн и его возможностях.